Опозорили честь мундира. Сотрудники транспортной полиции предстанут перед судом за махинации с наркотическими вещдоками. В преступных схемах оборотней в погонах разбирался Александр Криволапов. Имея свободный доступ к вещественным доказательствам, бывший опер линейного отдела полиции на станции Илецк организовал преступный промысел в октябре 2011 года. В течение почти полугода вместе с коллегой по правоохранительному цеху похищал наркотики и возвращал их в преступный оборот. 30-летний оперуполномоченный уголовного розыска линейного отдела полиции на станции Илецк входил в состав комиссии по учету и уничтожению вещественных доказательств. Он организовал хищение наркотических средств из камеры хранения вещественных доказательств. А для реализации плана 27-летний соучастник, в тот момент проходивший службу в транспортной полиции, занимавшийся вопросами материально-технического обеспечения с октября 2011 по март 2012 года, систематически похищал из камеры хранения вещественных доказательств смесь наркотических средств, которые содержали героин. Первоуполномоченный передавал наркотические средства для незаконного сбыта третьему участнику группы, ранее проходившего службу в полиции в должности участкового инспектора полиции по городу Соль-Илецк. Чтобы замести следы, знакомые не понаслышке с оперативной работой стражи порядка использовали подставные сим-карты сотовых телефонов и чужие имена. Однако уйти от слежки оперативников ФСБ и госнаркоконтроля не смогли. В марте 2012 года были задержаны лидер и активные члены преступной группировки, занимавшиеся хищением из камеры хранения наркотических средств, которые впоследствии реализовывались наркозависимым лицам. За набор преступлений – это кража, продажа крупной партии наркотиков группой лиц, да еще и с использованием служебного положения – бывшим стражам порядка грозит до 20 лет тюрьмы. Уголовное дело передано в областной суд.